Как вы ощущаете себя, получив эту престижную награду? Мы очень рады. Отлично, да, очень рады. И мы в четвертый раз получаем эти награды. И для нас это очень большое признание на все усилия, которые мы положили, чтобы, да, быть здесь и быть самым лучшим. Как вы думаете, это действительно такая престижная награда в секторе туризма? То есть это признание важности и качества? Да, конечно. Да, это, я считаю, да, это как Оскар, в принципе. Да, для нас это Оскар. Замечательно. Как вы думаете, чем вы отличаетесь от своих конкурентов? То есть что делает вас такими необычными, лучшими, что позволило получить эту награду? Мы любим наших гостей, мы делаем все для наших гостей. Поэтому я считаю, что мы отличаемся именно сервисом и всем. Да, красивые гостиницы есть везде по миру, но сервис – это то, что нас отличает. И на этом, что мы работаем. А планируются ли какие-либо новинки, какие-нибудь, какое-нибудь развитие отеля для того, чтобы, может быть, в следующем году тоже получить эту награду? Ну, конечно, обязательно. У нас на следующего года открывается новый конферентный центр, который будет в центре Москвы на 1800 человек, который, конечно, будет одна из основных площадок для таких крупных мероприятий, как, может быть, даже и World Travel Awards.